Девочки, если вы страдаете от домашнего насилия, вы можете просто показать вот такой вот знак, и вас обязательно поймут. Оп, ничего такая, да? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, пожалуйста, как бы. До этого мы созерцали ролики, которые я выкладывал тогда, когда там муж что-то поддакивает, там прогибается, оленячит на камеру. Здесь уже его начинают конкретно крепить просто. Ребята, а кто мне писал, что, Саныч, что ты там упоминаешь стропон, типа, в этих в роликах своих, типа, да, ты что, повернутый на эти темы? Ребята, сначала их заставляют поддакивать, оленить на камеру. Сейчас их уже бьют. Как вы думаете, что будет следующим этапом? Правильно, внести, помните этот фильм какой, Евротур, по-моему, да, как внести, как вот же, когда он попал в плен вот этим садомазохистом, короче, когда вот этот стропон, короче, назывался там как-то по-немецки, я не помню, короче, ну типа внести вот эту шнягу, короче, и отдудонить его просто, я не знаю, по седые волосы. Это будет следующим этапом. Сначала они ленят на камеру, потом их бьют на камеру, а потом, а что? А потом уже все, потом уже начнется ахтунг.